The Wall Street Journal тут підосвіжило трохи, якщо раптом хтось забув, і каже, що Росія розмістила ядерну зброю на території Республіки Білорусь. Ну, як республіки, це так пише Wall Street Journal, свого сателіта Білорусі. Розмістила і тако поближче до кордону, у місті Ліда Гродненської області, буцімто, там військовий аеродромчик. І нагадую там, що це поблизу кордонів НАТО, на думку оглядачів Wall Street Journal, хочуть вони таким чином шантажувати наших західних партнерів, щоб вони нам зменшили допомогу. І це ще не все. Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що Білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Ніколи не було, і от знову. Пане Михайле, що ви бачаєте в цих спільних рухах двох диктаторів? Ну, это уже слишком давняя, конечно, история с этим ядерным оружием. Действительно, Лида на границе с Литвой находится. И, ну, в этом есть практический смысл. То есть, это не какие-то угрозы. То есть, что, в чем угроза? Типа, вот мы сейчас поставим оружие, мы сейчас поставим ядерное оружие, поэтому вы меньше помогаете Украине. В этом как бы логики нет. Почему вдруг-то? Что случится от этого? Я думаю, что это прямо они в практическом смысле готовятся к ядерной войне. Не в теоретическом, не какими-то угрозами. Это именно практическая подготовка. Потому что что они увидели, россияне, обязаны были увидеть за это время? Что не долетает ничего, посмотрите. Как только место защищено какими-то серьезными натовскими средствами ПВО, то ничего не долетает из российского. Российские крылатые ракеты оказались бесполезны против американского и немецкого ПВО. Российские кинжалы, ну скажем, да, ну которых у них тоже сколько их там, господи, вот как бы не совсем долетают тоже уже, как только есть Патриот. Поэтому они решили придвинуть свое ядерное оружие вплотную к границе НАТО именно с этими целями, чтобы бить там по Польше, по Литве уже как бы хотя бы таким вот оружием, которое может с ближнего расстояния. Потому что в Польше уже система противоракетной обороны стоит, новая, американская. Иди знай, как она работает. Мы не знаем, но может она сработает так, что вообще ничего российское не долетит, а ответный удар в Россию придет. Вот. Поэтому россияне делают это, мне кажется, чисто, вот прямо чисто с настоящими военными целями, готовясь к настоящей абсолютно ядерной войне. Вот. И нет тут никаких каких-то шантажей в наш адрес. Ну, а их сотрудничество России с Беларусью, да, они теперь действительно, как вы так правильно с сарказмом сказали, что они республика, потому что вот только что прочитал новость замечательную. Значит, вы знаете, есть такой хоккей, вид спорта, да, где россияне очень гордились там, что у них там хоккей и так далее. Есть, соответственно, чемпионат мира по хоккею, из которого, естественно, россиян выгнали. Ну, само собой. Белорусов тоже выгнали. Да-да. И сегодня они объявили, что у них будет свой чемпионат, значит, мира по хоккею. Он будет состоять из 5 матчей в 5 разных городах, но играть будут все время Россия и Беларусь. А ничего, оце та конкуренция. И Лукашенко куртец під Одіне, він любить там їздити на стадіони. Да-да-да. То есть прямо мне напомнило все эти суперсерии там 70-х годов, НХЛ против там Советского Союза, а здесь Россия против Беларуси. Причем это типа мировой тур. Ну, в смысле, они едут в Казахстан с этой выставочным матчем там. Да, еще куда-то. Я не помню даже все республики, которые они посетят, но играть будут все время Россия и Беларусь. С ними никто не хочет играть. Это прям, помните, да, с этим ребенком никто не хочет играть, потому что он долбанутый на всю голову. Вот, и с ним никто не играет. Такие были в детстве, их били часто, потому что, ну, именно я имею в виду, которые хулиганы-то сбивались в стаи, а такие вот отдельные существа, которые слишком тупые, с ними действительно никто не играл, и заканчивали они все время в школе для умственно недоразвитых. А це, як є в Америці супербол, да, з футболу, а тут буде якийсь суперлука з хокею. Ну, так вони будуть один з одним грати. Поки ми, пане Михайле, згадали про Польщу, сьогодні, поки Російська Федерація воювала з торговими центрами в Кривому Розі, із житловими будинками і маршрутками в Новомосковську, то Польща за цим всім пильно стежила і вже навчена гірким досвідом і дещо відсутністю реакції, пильно повітряні сили Польщі пильнували ракети в небі російські і, очевидно, напевно, можливо, готові були реагувати. Ви як думаєте? Це уже не просто так, що вони тепер стежать, коли російські вбивчі ракети летять на наші голови, і за яких умов вони зможуть, ну, і винищувачі, да, ми пам'ятаємо, 2 січня підіймали вони теж свої у небо. Це вже якісь кроки на відповідне реагування? Да, я думаю так, що вони вирішили більше не терпіти всю цю історію. Потому что все-таки действительно это было слишком наглядно стало.
То есть, когда один раз случайно одна ракета где-то куда-то упала, это можно было списать на случай. Но когда их уже было несколько в Румынии, вот теперь два в Польше, то, видимо, все решили, что хватит, и следующая ракета будет сбита. Ну, потому что действительно это показывает слабость. Слабость Польши и слабость НАТО. Ничего себе. Значит, российская ракета залетает сколько? 40 километров в глубину территории НАТО. Спокойненько там летает, разворачивается, улетает. Как будто так и надо. То есть, она могла ведь в любом месте ударить по любым людям, правильно? Совершенно безнаказанно получается.